слово, самый популярный автомобиль B-класса Беларуси. И неудивительно, ведь у Volkswagen Polo есть все, что нужно для городской езды, и даже больше. Надежная проверенная коробка, которая позволяет спокойно и комфортно передвигаться как в городе, так и, соответственно, в каких-то, может быть, загородных дорогах и трассах. Удобно сидеть на заднем ряду. Как мы видим, у меня хватает места для ног. Обратите, пожалуйста, внимание, какое пространство мы вдруг получаем. Это всегда приятно. Обогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал. Высокий клиренс, здесь он также заметен, 170 миллиметров. Посадка в автомобиле удобная. Водительское сиденье регулируется в трех направлениях. Руль регулируется и по вылету, и по высоте. Приятная опция подогрева лобового стекла, которая пронизана маленькими электронитями, которые, соответственно, позволяют, не выходя из автомобиля, в максимально короткие сроки обогреть стекло и комфортно перемещаться. На сегодняшнем тесте один из самых популярных автомобилей на белорусских дорогах, один из самых востребованных седанов и один из самых надежных автомобилей, что проверено сотнями тысяч километров пробега. Это Volkswagen Polo. Этот автомобиль очень часто покупают не только для личного пользования, но и для работы в службах такси и каршеринговых сервисах. И неудивительно, ведь у Volkswagen Polo есть все, что нужно для городской езды, и даже больше. Polo – самый популярный автомобиль B-класса Беларуси. Настоящий современный городской автомобиль, в котором есть все для комфортной езды и даже больше. Парктроники, подогрев сидений, камеры заднего вида, возможность подключения мобильного устройства к аудиосистеме самого автомобиля и многое другое. Обладая ростом 178 сантиметров и не двигая водительское сиденье, мне удобно сидеть на заднем ряду. Как мы видим, у меня хватает места для ног, и машина обладает высоким потолком, поэтому, в принципе, пассажиру, который будет гораздо выше меня, будет тоже довольно удобно. А касательно плюсов для пассажиров заднего ряда, можно отметить электростеклоподъемник, нишу в боковой двери для хранения всевозможных мелочевок, подстаканник в центральном подлокотнике и такую, опять же, нишу для мелочевки. Итак, в нашем распоряжении шестиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic. Надежная проверенная коробка, которая позволяет спокойно и комфортно передвигаться как в городе, так и, соответственно, в каких-то, может быть, загородных дорогах и трассах. Посадка в автомобиле удобная. Водительское сиденье регулируется в трех направлениях. Руль регулируется и по вылету, и по высоте. Мне очень нравится, что центральная консоль повернута к водителю, что делает гораздо удобнее и проще управление мультимедийной системой. Сама мультимедийная система обладает такой функцией, как App Connect, которая позволяет подключить мобильный телефон. Имеются выходы Bluetooth, USB и AUX. Также можно отметить наличие теплого зимнего пакета. Это обогревы передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал. У нас имеется камера заднего вида и парктроник. В целом, впечатления от дизайна интерьера салона самые положительные. А в новой комплектации Connect нам еще доступен и такой приятный глазу голубой цвет. А еще одним из главных преимуществ Volkswagen Polo является его вместительный багажник, который, кстати говоря, вмещает 460 литров. Или вот такой вот объем
всякого багажа. Итак, автомобиль в этой комплектации, комплектации Connect, получил камеру заднего вида, парктроники передние и задние, тонировку задних стекол с пропускной способностью 65%. Это тоже важно. Кроме того, автомобиль получил легкосплавные диски радиусом 15 дюймов, высокий клиренс, здесь также заметен, 170 мм. Передняя часть автомобиля тоже достаточно интересная. Во-первых, радиаторная решетка с элементами хрома. Передние парктроники, о которых мы также говорили. Ну и, конечно, опять-таки возвращаемся к вопросу о клиренсе, который составляет 170 мм, что также позволяет спокойно, без препятствий, главное, безопасно парковаться возле бордюров. Еще один такой небольшой нюанс. В случае, если вдруг не хватает пространства багажника, который, я напомню, составляет 460 литров в объеме, есть возможность его увеличить за счет складывания заднего ряда сидений. Обратите, пожалуйста, внимание, какое пространство мы вдруг получаем. На тесте Volkswagen Polo с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, двигателем объемом 1.6 и мощностью 110 лошадиных сил. Я бы хотела отметить удивительную коробку передач, которая адаптируется к стилю вождения водителя и помогает очень быстро, резво разгоняться и ускоряться. Я чувствую себя уверенно, выходя на опережение, либо же на обгон транспортных средств в городском потоке. И при всем при этом у автомобиля прекрасная шумоизоляция, что позволяет получить поистине настоящий комфорт при вождении. Итак, мы переместились уже в салон автомобиля, где все чисто по-немецки. Начнем с самого, наверное, главное, то, что бросается в глаза, это мультифункциональный руль, который получил такой спортивный дизайн. Получил также кожаную оплетку, как вы видите. Руль регулируется по вылету, по наклону, то есть здесь можно адаптировать под себя. Здесь слева также у нас располагается переключение светом, рычаг и, соответственно, круиз-контроль тоже находится с левой стороны. Сразу бросается в глаза 6-дюймовый большой экран цветной, который также позволяет следить за всей информацией об автомобиле, получать, соответственно, изображение камеры заднего вида, подключать мобильное устройство и, соответственно, пользоваться всяческими приложениями уже через непосредственно само мультимедийное устройство с машины. Есть возможность подключения AUX, USB, карты памяти и так далее. Климат-контроль. Ниже располагается уже подстаканники. Здесь есть возможность располагать какие-то личные напитки и так далее, подзаряжать мобильный телефон. Есть небольшой нюанс, что это как бы все скрыто за рычагом переключения коробки передач. Ну, может быть, это такой небольшой нюанс, на который не стоит обращать внимание. Переходим далее. Значит, здесь есть подлокотник, который можно убирать, можно складывать, таким образом получать полный доступ и свободу действия правой руки. Кроме того, автомобиль получил еще и зимний пакет, а это значит, что есть возможность подогрева передних сидений, как пассажирского, так и водительского. Ну и есть тоже приятная опция подогрева лобового стекла, которая пронизана маленькими электронитями, которые, соответственно, позволяют, не выходя из автомобиля, в максимально короткие сроки обогреть стекло и комфортно перемещаться. Я бы хотела сделать акцент на комфортабельность автомобиля. За рулем находиться очень комфортно. Мне нравятся удобные сиденья с высокой боковой поддержкой, наличие центрального подлокотника. И я бы хотела отметить удобное и красивое рулевое колесо, выполненное в такой спортивной форме, скошенное к низу. Причем это рулевое колесо, которое позволяет управлять аудиосистемой, Bluetooth, не отрываясь от дороги и не отвлекаясь от дорожного движения. Достаточно комфортно находиться за рулем автомобиля благодаря подвеске, достаточно, могу сказать, такой жесткой. Есть тоже плюс. Благодаря клиренсу 170 мм и той самой жесткой подвеске сохраняется низкий угол крена автомобиля, что, опять же, позволяет ей находиться в таком стабильном положении и ехать достаточно уверенно на любой дороге. Все достаточно просто, интуитивно, понятно и практически не глядя можно включать тот или иной режим. Могу сказать сразу, что сделано качественно и вот как-то для души. Благодаря большому лобовому стеклу Polo обладает прекрасной обзорностью дороги. Практически отсутствует слепая зона, и боковые зеркала, несмотря на то, что они небольшие, однако информативные, что позволит вам спокойно и очень легко припарковаться в любых, даже самых узких местах.
Volkswagen Polo может по праву похвастаться своей экономичностью. Исходя из заявленных данных, его средний расход составляет 5,7 литров на 100 километров, в то время как на многих эконом-тестах Volkswagen Polo показал своих рекордных 5 литров. И с точки зрения безопасности, у Polo имеется 4 подушки безопасности и защитные усилители на дверях. Итого, Polo — это прекрасный вариант для повседневной городской езды.